3 ноября в Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета прошел ежегодный концерт в честь Дня народного единства. Традиционным открытием торжественной части концерта стали приветственные слова заместителя директора по воспитательной и социальной работе Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Валерия Гусева, который подчеркнул важность праздника Дня народного единства, напомнил его историю, а также поблагодарил всех присутствующих студентов. Этот праздник очень важен, потому что он объединяет студентов нашей страны, граждан нашей страны, а также ребят, которые приезжают из ближнего и дальнего зарубежья. И сегодня в зале был полный зал, прекрасная атмосфера, атмосфера праздника, и эта атмосфера, она помогает нам дружно жить. Гости мероприятия смогли насладиться выступлениями творческих коллективов «Саяр», «Театра танца Дом», «Чизкейк», а также новой группы «Нино», но и пройти несколько интерактивных конкурсов и разгадать загадки. В наше непростое время каждый праздник, а тем более по такому поводу, всегда объединяет. Студенты Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, как всегда, смогли показать свою сплоченность, ум и наблюдательность, отлично справляясь с каждым конкурсом или заданием, а также просто приятно провели время. Праздник День народного единства важен для России. Это повод для граждан страны с многонациональным составом почувствовать себя единым народом. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, Универньюз.